today. Well, I'm feeling better. Okay. Much better today. How's the state of health? Recovered? Так хочется заговорить. Ну скажи, что я что-то хочу сказать. Вот Танзиля с нами тоже. Танзиля has joined us. And Танзиля, Луция and Денис. So we are four today here. We have four all in all. У нас сегодня четверо пока. И, наверное, ну что мы, как мы, повторим фразы просто какие-то от болты, или мы текст переведем сюда? Текст, наверное, лучше, да? Давайте текст. Пойдем в текст сейчас, одну секунду буквально. Так. Мы продолжим то, что делала сегодня другая группа. Конечно, им было немножко сложнее, но ничего. И мы спросим. Что же привело вас сюда? Как мы спросим? Что привело вас сюда? То есть, вот так и спросим, да? Люция, what? What привело? Не в прошлом, а только что, да? Что имеет приведенным вас сюда? Вот как, что к настоящему моменту привело? What has, что имеет приведенным? Bring, brought, brought. Вот у нас есть bring, привожу, brought. Привел и брод приведенный. Это, на этот перевод не смотрите, он безграмотный. То есть, что имеет приведенным вас сюда? То есть, какую мы форму возьмем? What brought. Последний. Да. What has, что имеет приведенным вас сюда? What has brought, what has brought you, вас, да? Вас, you. What has brought you here? Here. Here. И получается, here, here. What has brought you here? What has brought you here? What has brought you here? Так, идем дальше. Только сейчас у меня был доктор Паттерсон. Доктор Паттерсон только что посещал меня. Только что был здесь, вот скажем. Доктор Паттерсон. А вот это на Денис уже, да? Хорошо. Доктор. Доктор Паттерсон. Имеет только что побытым сюда. Имеет, опять мы действуем. К настоящему моменту подгоняем вот эти вот события. Не в прошлом это произошло, а только что. Только что является шлейфом настоящего момента. Куда настоящий момент идет вперед, и за ним тянется шлейф. То есть то, что заканчивается в текущем моменте, тем более не заканчивается, а продолжается, не может быть в прошлом. Поэтому доктор Паттерсон, значит, имеет только что побытым сюда. Has just будет только что. Just. Has just побытым. Третья форма. Давайте вспомним be. Was, were, will, были. И were. Третья форма been. Been. Вот наша третья форма. Доктор Паттерсон has just been. Me. Here. Ну, если у меня, да, has just been here. In my office. Да. Только что был здесь, в офисе. В моем офисе. В моем офисе. Тут как-то вот можно вот так вот расположим. Хорошо. Идем мы дальше. Кинкейд нахмурился. Чтобы запомнить слово нахмурился, давайте представим себе такую немецкую женщину, фрау. Такую. Но не так будем писать, а фраун, фраун. Это будет хмуриться. To frown. Такую всю шлуку кинула на голове. To frown. Значит, мы скажем. Доктор, короче, нахмурился. Кто там нахмурился? Давайте посмотрим. Кинкейд нахмурился. И так и скажем. Это у нас Танзиля, да? Кинкейд. Что сделал? Frowned. Frowned. Хорошо. Kincaid frowned. Красивая это луна там такая-то. Kincaid frowned. Здорово. Так. Тот самый, о ком сегодня кричали все телестудии.
И опять у нас это лицо сейчас, да? А тот самый, о ком сегодня кричали все телестудии? Тот один, да? That one. That. That one. That on. That one. 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 One, two, three, four, five. That one. Тот один. Просто если скажем то, будет не будет, как это сказать, принадлежности рода. То есть, and that one, все телестудии сегодня кричали о котором. All the television studios, all the TV studios. All the TV studios были кричащими о. Were. Where? Ну, скрик, это будет scream, scream. Was scream, was screaming. Scream. So, screaming up, там, или was screaming about. Was screaming about, будет ярче. Ах, о том, о чем кричали все телестудии, that one, one же соплотится к человеку, поймут. All the TV studios were screaming about today. We're screaming about today. Today. That one. That all the TV studios were screaming about today. Were shouting about, were screaming about today. Так. Какой позор, как мы скажем, Денис? What? What a shame. Shame. Shame — это позор. Позор, стыд. What a shame. What a shame. Ну, иногда говорят, какая жалость, иногда какой позор. Ну, вот, например, как здесь, во второй интерпретации перевода. What a shame. What a shame. Shame. It's a shame. What a shame. А, бедняга. И что же ему понадобилось? Бедняга. Скажем, бедное существо. Poor. Poor – это бедный. Poor. Poor thing – это как вещь, да? Poor thing. Видите, у нас переводе. Бедняга, да еще и с этим. С шилдиком таким вот. Poor thing. Что же ему понадобилось, да? What? What? Вопрос о прошлом действии, да? О чем вопрос? What? What has... Нет, не к настоящему моменту. Ну, в прошлом. Это они вот имеют приведенным к человеку, с которым мы разговариваем. Да, в прошлом, там, в прошлом, да? What did he... What did he... Need. Need. What did he need? А можем сказать еще, what did he want? Чего он хотел? What did he want? What did he want? Он просил меня защищать его дочь. И идем дальше лица. Он просил меня. He. Просьба. Asked. Asked. He asked me. He asked me. Защищать. Вчера было такое. Защищать. Защищать его дочь. Что там было? To defend. Defend. Ну, дефендеры были вот эти мышки, клавиатур, дефендер. To defend его дочь. This, его. His daughter. 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 Дочка, да. Daughter. He asked me to defend his daughter. He asked me to defend his daughter. He asked me to defend. To defend his daughter. His daughter. His daughter. Такое вот, Аня не совсем открытая, поэтому она напоминает daughter там и так далее. Долгое время на одну точку там. Что? Но вы не занимаетесь уголовными делами. Что? Но вы не занимаетесь уголовными делами. Это yeah. Денис. А вы не занимаетесь? Но вы? But you не занимаетесь, you don't deal с чем? Вы не имеете дела с?
уголовными делами. Criminal cases. But you don't deal with criminal cases. Вы же не ведете уголовных дел. Нормально, вы передали мысль. Я ему так и сказал. Сказал ему, да? Сказать кому-то будет to tell. Tell me, скажи мне. Вот я сказал ему так. Или так я ему и сказал. So I сказал ему. You. I told. Вторая форма от глагола tell, не от глагола беседовать. So I told ему. Him. So I told him. Так я и сказал ему. That way I told him. Или so I told him. Так я сказал ему. Он просто не все переводит тут. Так что я сказал его. Ну, понятно. Сильная машина. Спасибо за взгляд. Значит, что же в таком случае, Кинкейд? Что же в таком случае? Кинкейд не мог понять. И, скажем, Люция, да? Что? Вот. В таком случае, в этом случае. What? In that? That case. Что же в таком случае? А еще мы можем сказать what then? Что же тогда? Что тогда ему надо было? What then? What in that case? Что в этом случае, да? Кинкейд немного подумал, тоже твое лицо. Кинкейд. Подумал. И вот у нас три варианта, значит, не три варианта, а три формы. Think, thought. Sound. Второй. Вот какая форма? Вторая, да. Кинкейд, thought. Немного, да? Не. A little. A little. Немного. A little. Кинкейд thought a little. Кинкейд немного подумал. Идем дальше. Вы знаете, совсем неплохо иметь такого клиента, как доктор Паттерсон. Скажем. Денис? You know. Это абсолютно неплохо. It's not плохо, да? It's not bad. Это неплохо. It's not bad. А мы скажем совсем. It's not bad at all. При всем раскладе. Вообще. Это совсем неплохо. Иметь. To have. It's not bad at all to have этого вида клиента. To have this kind of client. This kind of client. This kind of client. Ну, адвоката клиента именные, client. А вообще в магазине клиента, там, ну, покупатели, customers, называется. You know, it's not bad at all to have this kind of client. To have, можем сказать, тот вид клиента, потому что он сейчас не там. To have that kind of client. Вы знаете, это совсем неплохо иметь такого клиента. Поехали дальше. Такого клиента, so this kind of, that kind of client, like Dr. Patterson. Хорошо. И мы идем дальше. Он человек очень влиятельный, и мы бы могли вести его дела. То есть, он человек очень влиятельный. Это у нас Танзеля, да? Да. He is... Очень влиятельный человек. Very people, man. Он не людской человек, он влиятельный человек, да? Power – это власть, и powerful. He is very powerful. Но right. He is a… Почему мы говорим? Потому что сейчас будет человек, а очень влиятельных людей много в мире. Это не так уж. He is a very powerful man. Man. То есть сильный, влиятельный, там можно… It's a very powerful man. Influential man. Okay. He is a very powerful man. И мы бы могли вести его дела. And we
Могли. Давайте скажем таким образом. Мы могли бы. So we могли бы. Нет, могли бы будет could. Can could. Можем, а could могли бы или могли. То есть we could в дальнейшем. We could run это не только бежать, но и вести его дела. We could run his. His. We could run his business. Но они же арбитражные, эти адвокаты. Вести его бизнес. Видите, run уже не бежать у нас, а вести. Вот справа здесь написано. Вести. Мы могли бы вести его бизнес. He is a very... Вот влиятельный сразу появился. He is a very powerful man, so we could run his business. Мы могли бы бежать его бизнес. Нет, мы могли бы вести его бизнес. Run не только бежать, но и запускать приложения на телефоне. Там run applications. Run his business. Окей. Идем дальше. Он связан со многими медицинскими организациями, которые не будем говорить. Это Люция. He. Является связанным. He is. Он yes. Связан. Ну, в принципе, мы можем сказать соприкосновение, in touch. Можем сказать in touch. Ну вот связан, he is connected. Коннекторы есть такие вот, да? Коннектор. He is connected. Connected. Со многими. With. With the... Многие. Many? Many. Медицинские. Medical. Medical. Medical organizations. Organizations. Medical organizations. So he is connected with many medical organizations, with a lot, можно еще сказать, with a lot, множество, кого чего, of, with a lot of medical organizations. С аптечкой, да? With a kit. Так, with a lot, я хотел. Зачем мне lot поправил? А, сопало, знаете, реально, что-то пальцы не туда столкнули. He is connected with many medical organizations, with a lot, это множество. With a lot of medical organizations. Множество медицинских организаций. Идем дальше. Дело не в этом. Угу. Это не дело. То есть это не в этом дело. Денис? Или It's not the point. Дело не в этом. Point – это точка, да? То есть point как в немецком пункт, в английском point. It's not the point. Это не в этом дело. Это не является точкой, по которой мы говорим, как бы. Окей, хорошо. А что, в чем же дело, удивился Кинкейд? Так, а в чем же? Ну, скажем, что есть точка? What's? What's? The point. But the point. What the subject? What the point? What's the matter? Кинкейд удивился, да? Кинкейд. Был удивлен. Он же не удивил никого. Was. Surprised. Was surprised. Удивился Кинкейд. Я обещал, что поговорю с его дочерью. И у нас Люция. I am. Oh, missed. I promised. I promised. Но мы не говорим, я пообещал, что я поговорю. Мы скажем, я пообещал поговорить. I promised to talk. To talk. С его дочерью, по направлению к его дочери. To his daughter. Father. Посмотрите, как это читается. Daughter. I promised to talk to his daughter. Daughter.
Daughter. Daughter. Окей. Это ясно. Это ясно. Скажем. Это ясно. И мы скажем. Денис. Это ясно. It's ясно, как небо, да? It's clear. It's clear. Ясно. It's clear. Понятно. Что ж, я думаю, ничего плохого в этом нет. Ты же, да. So, так что же? So what? Я думаю. I think. Существует ничего плохого в этом. Мы делаем оборот местонахождения. Вот так вот. There is. Там есть ничего плохого в этом. There is nothing. Nothing. Плохого. Nothing bad. Bad. Давай скажем nothing wrong. Нет ничего неправильного в этом. So I think there is nothing wrong about it. По поводу этого. Я думаю, в этом нет ничего плохого. So what? I think there is nothing wrong about it. So what? Так что, I think, я думаю, there is, существует, nothing wrong, ничего плохого, about it, по поводу этого. So what? I think there is nothing wrong about it. Идем дальше. Побеседуйте с ней, а потом мы найдем самого лучшего защитника. И Танзеля у нас. Давайте скажем just для приличия. Просто побеседуйте. Just talk с ней. His. To her. To he, her. Just talk to her. Just talk to her. А потом мы найдем. And. And. Найти как. Then. Потом. Then. Потом это тоже слово. Если мы будем then. Так вот просто вот так легкомысленно исключать слова, то мы получим другую фразу уже. Другую. And then мы найдем. We найдем в будущем. Да? We. В будущем найдем. Ну, will надо поставить. Ну, скажите will. We'll find. Да. Ага, мы найдем. We'll find. Ага. Самого лучшего. Самого лучшего адвоката. The best. Best защитника. Defender. The best defender. Лучшего защитника. The best legal defender. Можем сказать правозащитника. Legal. Легального защитника. Тот. Ну, самого лучшего правового защитника. Окей. Okay. Хорошо. Идем дальше. Так я и собирался сделать. Так я и намеревался. И Люция. Так. So. Так я был идущий сделать. So. So I. Намеревался. Ну, да, скажем, intended. Intended. Сделать. But. To do. Сделать. Как это? So I intended to do. Так я собирался сделать. So I intended to do. Так я собирался сделать. Хорошо. Идем дальше. Вот это прекрасно. Это прекрасно. Значит, договорились. Денис. That's прекрасно, когда that's wonderful. Wonder – это чудо, full – полный чудес. That's wonderful. That's wonderful. Значит, договорились. So, таким образом. So, мы имеем договорено. We have. Мы имеем договоренным, да? Третья форма нужна. Договориться. So we have agreed. So we have agreed. Итак, мы договорились. Значит, мы договорились. Вы повидаете, вы навестите мисс Паттерсон, а потом решим, как быть дальше. Это у нас... Мы навестим. Мы придем увидеть мисс Паттерсон. Придем. We will come. We will come. Миссис. Увидеть. To see. Ага. We'll come to see. Мистер.
Паттерсон. Нет, да там это женщина, это молодая, мисс незамужняя, это мисс. Мисс Паттерсон. Паттерсон. А что там дальше? Мисс Паттерсон, и потом решим, как быть дальше. And so. And then, и тогда. And then, и then. Вы знаете, как когда будет when, а тогда then, и тогда, и затем мы решим. And we, then we will. We will decide. 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 We will decide, как быть дальше. Ну, что делать дальше, скажем. We will decide what. What. Делать do. Дальше. To do. What to do. Next, да? Да, конечно. Что делать дальше? What to do next? Следующий next и дальше тоже будет next. So, we will come, мы придем увидеть, это значит мы навестим. We will come to see Miss Patterson and then we will decide, в будущее время, да? Will plus один. We will decide what to do next. Что делать дальше? А делать вообще ко времени не относится. Оно всегда, хоть в Африке будет отвечать на вопрос, что делать, и to перед первой формой глагола. So, we will come to see Miss Patterson, and then we'll decide what to do next. What to do next. Мы увидимся в 5 часов. И, Люция? Ну, увидимся. See you, да? See you. 1, 2, 3, 4, 5. At 5? At 5 p.m. Ну, конечно, не в 5 часов утра. See you at 5 p.m. Не матросская тишина, да, у них? А почему так. Не time p.m.? Как? Не сколько? Не time, говорят, p.m. Часов? Нет, часы hours. Но часы как... у них много разных значений слова часов. Ну, например, часы наручные, это будет watch. Потому что мы наблюдаем за временем, это watch наблюдать. Watch это еще и охрана, там night watch у Рембрандта, ночной дозор. Там. Hour это 60 минут, час, да? 60-минутный отрезок. An hour, то есть вот так пишется. Но мы здесь не можем сказать 5 часов. 5 часов от чего мы отмеряем? 5 past meridian. 5 пополудня. Past p.m. Если бы было у нас 5 утра, 5 a.m. Вот так писалось. Ну, это я так сокращаю, p.m. See you at 5 p.m. See you at 5. Можем сказать see you at 5 in the afternoon. In the afternoon. Что это означает? В после полудня. After noon. Noon – это когда все стрелки смотрят на 12 и на дворе светло. То есть after – после. После 12. Afternoon – период этот длится всегда с 12 до 6 вечера. И поэтому мы говорим see you at 5 in the afternoon. А можно сказать просто see you at 5 p.m. Чтобы подчеркнуть, что не 5 утра, а 5 вечера. Окей. Так, идем дальше. Хорошо. И спасибо, Джозеф. Кто там следующий у нас? Good. It's good. And thanks, Joseph. Thanks, Joseph. Joseph Stalin, да? Thanks, Joseph. Joseph Biden. Окей. Возвращаясь к себе, Дэвид недоуменно хмурился. Опять у нас хмурился, повторяется, да? Помните, frown, frowned, frowned. Возвращаясь к себе, Дэвид недоуменно хмурился. Это Танзеля? Возвращаясь, значит, coming. Назад. Back. Приходя назад, да. Coming back. Ну, скажем, к себе, да? Ну, to his place. You, his place. David. David frowned. David frowned, да? David frowned, да. David frowned. David хмурился, а как он? Недоуменно. Frowned. Misunderstanding. Вот understanding это понимаю, а misunderstanding неправильно понимаю. Получается у нас misunderstanding. Understanding. It round misunderstanding. И мы скажем, почему, спрашивается доктор Паттерсон, настаивает, чтобы именно он защищал Эшли?
Почему, спрашивается? Почему вы помните лицо, да? Why? Почему он, доктор Паттерсон, настаивает, да? What he... Нет, не, не что он настаивает, а почему? Why? Why he... Почему делает он? Потому что у нас вопрос. Why does he... Does he... Insist, insist. Insist. Why does he insist? Почему он настаивает? Why does he insist that... В том, что доктор, чтобы именно он защищал Эшли. Why does he insist that это следует быть ему, кто защищает Эшли? That should be следует быть him. Yeah, that should be him. Это следует быть им, кто защищает Эшли. Who will, ну, допустим, who will defend? Defend. Defend. Второй. Defend. Mm-hmm. So, so получается. Why does he insist? Почему он настаивает? That that should be him. Что это? Что должен быть он? Что должно быть им? Кто будет защищать Эша? И вот совсем немножко у нас есть. У меня время есть еще. Глава 12. Так, посмотрим, где там диалоги есть, потому что нам интересует главным образом диалоги. А, к вам посетитель. You've got a visitor. Как мы скажем? Денис, a visitor, да? Поехали. К вам посетитель. Вы имеете полученным посетителя. Не вообще имеете в жизни, а имеете полученным к настоящему моменту. You've got. You have got. A. Visitor. Или a guest. Почти a guest. Да-да, у вас есть посетитель, гость. Так, хорошо. Он объявил и отвел Эшли в комнату для свидания. Где ждал ответ? Он объявил. И от слова announce. Announced. Announced. He announced. 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 И отвел. And. И что там? И отвел Эшли в комнату для свидания. And escorted. Escorted. Сопроводил, да? Эшли в комнату. To the room. To the room. А можем даже into the room, вовнутрь комнаты, да? Into the room. Into the room. Для свиданий. For. Dates. Dates – это свидание. Или давайте скажем лучше, ну какие там свидания проведешь в тюрьме? For visiting. Ashley, into the room for visiting. You have got a visitor. You've got a visitor, I guess. Часто очень have сокращается у нас. Вы, ты имеешь полученным, не просто по жизни имеешь, а you've got a visitor. У вас посетитель. He announced, он объявил. And escorted и провел Эшли into the room, вовнутрь комнаты, for visiting, для посещения. Хорошо, идем дальше. Где уже ждал? Where father was waiting already. Окей. Okay. Потухшие глаза Стивена были полны боли. То есть, скажем, просто ну, потухшие, можно сказать. Dim. Это вот dim, это тусклое. Dimming. Ну, тусклеющее, да? Хорошо. Dimming. Стивен. Стивен's eyes. Eyes. Были полны жидкости. Нет, не жидкости. Чего там были полны? Были полны боли. Where? Were. Были. Вот если was, это одно, один глаз был, а тут оба. Where? Were. Where? Full. Full. Of. Pain. 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 Знаете, компьютерная игра такая была, Max Payne. Говорят, no brain, no pain. Нет мозга, нет боли. Dimming. Steven, dimming Steven's eyes were full of pain. Можно сказать просто dim.
Дин, тут просто Стивена были полнее будет. Да, лучше. Хорошо. Милая, я не знаю, что и сказать. Идем дальше, Люция. Милая будет как мед. Dear, honey. Honey. Люция, Люция, да. I didn't know. Не знала раньше, а сейчас не знаю. I. I didn't. Ну, I don't. Прошлом. Вот сейчас didn't, а он по прошлому подумает. I don't know. Что сказать? What talk. What to say. To talk — это побеседовать. Но он же не скажет, я не знаю, что побеседовать. I don't know what to say. I don't know what to say. Я не знаю, что сказать. I don't know what to say. Honey, I don't know what to say. Ну, это как бы honey, ну, вот, скорее всего, он, если ее, dear me, можно сказать. Вот, dear me. Ну, вот. Вот они, как муж, жена, там, медик называют. Dear me. Медик. Я не знаю, что сказать. Да-да, моя тыквочка. Окей. Да. Я не делала тех мерзостей, в которых меня обвиняют. Прошептала Эшли. I didn't. Do. I didn't do that kind of things. Тот вид мерзких вещей. That kind of terrible, terrible, terrible things. Я не делал таких ужасных вещей. Я есть обвиняемая за. То есть of, точнее. I am. Accused. I'm accused of. То есть I'm accused of something terrible. I didn't do that kind of terrible things. I'm accused of. Я не делала того вида ужасных вещей. Я являюсь обвиняемой в которых, как бы по поводу которых. I'm accused of something. Of. Okay. Я знаю, детка, это трагическая ошибка. Но вообще... I know. I know, baby, да? I know the baby. Это трагическая ошибка, которую мы исправим. Это как трагическая ошибка, но мы все исправим. It's a tragic, tragic, tragic. Mistake. Mistake. Но мы все исправим. What? But... We will исправить. Correct, correct. Correct, correct. Скорректируем. Мы скорректируем. We will correct каждую вещь. Everything. We'll correct everything. We'll correct everything. I know, baby, it's a tragic mistake, but we'll correct everything. Okay. Можешь не сомневаться. И как мы скажем, тебе нет необходимости сомневаться. То есть ты не имеешь такого груза, you, Люция. No, didn't have. Ну, в прошлом, понимаешь, вот didn't — это про прошлое. You don't have. Don't have. You don't have to. To. You don't have to doubt. No. Doubt, сомневаться. Вам не нужно сомневаться, можно и не сомневаться. Мы должны сомневаться. Так. Ну вот здесь мы, наверное, сейчас, потому что нас сейчас уже прервет сама программа, и мы с вами увидимся еще в понедельник и во вторник. Mm-hmm. Я так понимаю, если мы, по-моему, мы только два дня, один раз в понедельник пропустили за кого-то там потом, а еще раз в пятницу. И вот понедельник и вторник, это будет конец первого цикла. Люция с нами остается. Кто хочет, подтягивайтесь на второй круг. Не сейчас. Я говорю, это не к спеху. Просто в среду уже может состояться занятие другого цикла, в котором как раз полностью будет он состоять из практики. Мы будем песни переводить только и тексты. Возможно, даже русские песни.